До свидания, утёс. До моря около 16 километров. Река чей прекрасна, но около воды прохладно. Нам всем придется умирать, и мне всегда хотелось знать, что будет там, за этой страшной чертой. Когда не слышишь сердца стук, когда не видишь, что вокруг, кто будет там со мной? Открыл я книгу, что одна давно лежала у окна, меня ждала. И сильный голос неземной заговорил тогда со мной. Теперь он слышит голос мой, дает мне пить воды живой, воды живой. Ты можешь это пережить, он хочет все тебе простить, твой грех забыть. Ты будешь вечно жить. Встречный ветер с моря, до моря около 7 километров. Ты руки к небу подними, и во всем сердцем призови, и попроси его, чтобы он поднял тебя. Услышь, услышь его слова, открой, открой свои глаза, и попроси. Километрах от финиша. Река широкая, полноводная. Шумят какие-то препятствия. Слышь, открой свои глаза. По берегам еще лежит снег. 24 апреля. Ты руки к небу подними, его всем сердцем вызови. Наташ, в снежки сыграем? Его слова, открой свои глаза и попроси его, чтобы он.
Саш, где ты сугроб нашла? Только не по фотоаппарату. Лежит снег. Считается, что условно это граница города Салазкина. Вот и сам город, дома. Мы идем по Салазгриве, третий город на нашем пути. Третий город, который проходит река Салаца, наш финиш в заключении маршрута. Только что айс купался. Я успел захватить, когда он вылез на это дерево и стал встряхиваться. Он полностью влезал в воду. Я сначала подумал, что это водоплавающая птица. Оказалось, айс. Теперь он будет танцевать и сушиться. Впереди черная труба, мост. За мостом портовое строение, дальше море. Вот так мы подошли к завершению маршрута. Река широкая, тоже не та речка, которая вытекала из озера Бурнику. Уже покачивает волны с моря. Все. Конец маршрута. Сначала мы не могли понять, что там такое белое. Вроде бы море должно быть видно. Да, море, но покрытое льдом. Я стою на мосту. Шоссе Рига-Таллин в Салазгриве. Море. Это не просто море. Мы перестраховались и не стали выходить в залив, в Курильский залив. Сейчас я вижу, что этот залив полностью покрыт льдом. Закрыт льдом. 24 апреля на фоне лютеранской церкви мы разбираем наше судно. Последний перекус. Прощай, Салаца.